New Bordeaux. The politicians call it the jewel of Louisiana. A modern city with traditional southern values. The tourists come for the parties, and the booze, the drugs, and the women. They never see the mobsters lurking in the alleys and back rooms, like gators at the edge of the bayou. Hungry, violent, waiting to strike. The mob thinks it runs this town, but they haven't seen this crew. They have no idea who they're fucking with. New Bordeaux won't even know what hit it. Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня мы с вами делаем первый взгляд на игру Mafia 3 Rival. Ну что же, давайте пойдемте посмотрим наши настроечки. Музыка есть у нас, выкалкал, так, среда, звуковые эффекты, давайте музыку, пускай играет, голос, батарея разряжена, все. Еще есть тут, в принципе, не такой уж у нас большой выбор, давайте выйдем назад и... Начнем, посмотрим, что же за игра, что интересно тут есть у нас, и сюжетка. Так, у нас их нет, а у тебя есть, ты не знаешь, с кем связался. У нас их нет, а у тебя есть. Бои без правил. Я всю кровь из-за тебя выпущу, козел. Говорит, нажмите, чтобы продолжить. Не волнуйтесь, босс, мы с ним разделаемся. Так, я так понимаю, это у нас пошаговый РПГшка, что ли, получается? Так, сначала надо разобраться с его бригадой. Коснись врага, чтобы выделить его. Давайте нажимаем и так, коснись нас, чтобы атаковать выбранного врага. Давайте вот этого жирного толстого заденем, наверное. А нет, вот же внизу оказывается. Окей. Чернокож, да, это у нас атаковал. Так, коснись нас, чтобы атаковать. Дальше идем. Окей. Теперь ты и ты. Все, окей, пора тебе сдохнуть. Ну-ка, опа-на. Так, жирному брюхо там скрыли. Боюсь, я нахожусь в выгодном положении, чтобы навалять этому хрену. Дай ему вмажу. Ну-ка, давай-ка. Эй, разве так вмазали? Ты чё, блин, а? Так, нанесение и получение ударов способствует зарождению мести. Пусти, я ему сейчас отомщу как следует. Ну, давай отомсти. Ну, я тебя пускаю. А, на твой код. Так. На кого босс пошел? Победа. Ну, ребята, что я могу сказать? Это всего лишь... пошаговая РПГшка. Внимание, полиции. Что тут происходит? Ты, наверное, недавно здесь. Как тебя зовут, парень? Так, скажи им свое имя, босс. Давай я буду Марком или нет? Давайте я буду Мраком. Мрак. Вот так вот. Окей, внимание, полиция. Так, наверное, или уже существует. Ну ладно, окей. Придется написать уж GMTV. Да, там 100% уже все эти именно, наверное, заняты. Так, бои привлекают внимание полиции. Я мало что успеваю сделать до того, как шеф доберется до меня. Что у нас дальше? Если ты привлек внимание полиции, тебе нельзя исполнять заказы. Со временем все уладится, но не сразу. Можно просто дать нам на лапу, и мы все утрясем. Да блин, что за хрень? Опять тут российская система, блин. На лапу дать, скотины. Окей, что у нас дальше? Продолжить. Продолжаем опыт. С каждой дракой мы получаем опыт. Если нас не убивают, то опыта становится еще больше. Молодцы. Так. Все, окей. По 20 мы с вами получили, по ходу дела, да? Коснись, чтобы посмотреть, что мы добыли. Давайте продолжим. Я слышал, что ты вернулся в город. Я тебе помогу, чем смогу. Но сильно так ввязываться вовсе не стану. Молодец. Так, зов трубы. Пора заявить о себе. Бурки держит маленькую автомастерскую в этом районе. Разберись с ним и покажи, что будет с каждым, кто покусится на вашу территорию. Окей.
Надо начать с заказов. Окей, давайте продолжим. Пошли свою бригаду заниматься серьезными делами. Так, бой 1-2, бой 1-3. Ну, это у нас получается линия задач, да? Давайте начнем, посмотрим, что там у нас. Это бригада на этот заказ. Выбор бригады. Сменить бригаду. Рейтинг бригады 25220. Лидер. У нас вот этот чернокожий, и давайте продолжим. Это лидер бригады, его бонус лидера влияет на всю бригаду во время битвы. Окей, давай добавим этого нового парня к нашей бригаде. Давай добавим. Так, нажимаем на карту, да? Куда? Куда? А вот, плюс надо. Так, выберите персонажа. Выбираем. Этому парню нужно оружие. Надо упаковать его по полной. Окей, давайте упакуем. Так, нажмите, чтобы взять. Так, использовать предметы. Что у нас самое первое? Что такое? А, вот. Медный кастет. Окей, отлично. И что мы... Так, идем назад. Теперь вся бригада собралась. Пора заняться делом. Ну, давайте продолжим. Так, что это вы тут делаете? Надираем задницы и закатываем в асфальт. Молодцы. Так, бонус лидер плюс 8%. Окей. Давайте выбираем терпилу. И мочим вот так вот. На тебе, хряк. Так. Так, меня тоже тут побили неплохо. Ну-ка, давай-ка. Опс, отлично. И тунц, 888 урона было. Да блин, я не знаю, что тут. Что это было? Даже вертеть я не могу камерой, в принципе, да, вот. Пошагово обычная РПГшка, блин, тут ничего такого нету. Так, давайте добиваем. Тихо. Ты чё меня порнул ножом, скотина? Так, все, мы его замочили. Вот такие крутые пацаны. Так, волна пройдена. Ну, нифига себе волна. Так, ну раз уж они знают, что мы здесь. Не на тех наехали. Ох, ни хрена. Тут еще троечка пацанчиков. Сейчас мы вас... На те... Так, и на те в репу. Так, отлично. Там у нас жирдяй. Следующий будем мочить жирдяй, наверное, все-таки. Отлично, замочили мы сами одного кекса. И теперь... Так, что это за рукопожатие? Так, подножка. Так, плюс 30% уклонения товарищу в течение 3 ходов. Молодцы. Давайте будем мочить жирного теперь. Так, подножка. Не-не-не-не-не, я ни при чем. Я короче, уйду. Да-да-да. Да. Поржали, неплохо, молодцы. Так, сейчас мы жердею как... О, критический удар, отлично. Так, молот и наковальня. Сейчас, по ходу дела, кому-то будет а-та-та. Так. Что у нас? Эй, я хочу жирного мочить так-то, вы чё? Так, ну ладно, давайте продолжим мочить вот этого ковбоя в шляпе. Знаете, по репе, отлично. Так, жердей у нас тут выступает. Сейчас мы жердею дадим. Так, я хочу жердей мочить так-то. Так, давай подходи, говори товарищу. Окей, так, что будем делать? Давай подходи. Так, решало тут у нас. И... Да блин, не знаю, что за хрень. Так, все, у нас последний удар и... Отлично, все, завалили мы жердяя и всех остальных, победа, отлично. Так, достижение получено, выживший. Внимание, полиция. Окей. Что полиция? Ну, продолжить. Так, опыт, отлично. Мы сами так возросли. О, всего 10 уровней получается у нас. И у нас уже второй, наверное, я так понимаю. И давайте продолжим. Посмотрим, что тут у нас. Ну, давайте посмотрим. Так, добыча. Краденая. Окей. Так, делать работу с купящимся. Так, бабки у нас тут. И это у нас кожаная защита. Окей. Даунтаун. Зов трубы.
Мы с вами выполнили самое первое задание, я так понимаю, да? Или еще нет? А нет. То, что мы выполнили, я так понимаю, будет у нас исчезать. Давайте пройдемся по меню. Домашняя страница. Программа так запрашивает. Нет, не надо мне ничего отправлять. Коробка от iOS доступна. Ну, так, давайте откроем бесплатно. Так, что тут у нас? Достижение получено. Бригадир. Так, окей. Обычный, это у нас, получается, в коробках мы достаем людей, что ли, ни хрена себе нормально, как лидер бригады, окей, нет, умение мести, так, давай подходи. И еще одна коробочка, я так понимаю, у нас там что? Кастет, окей, медный кастет, все понятно. Давайте вернемся в домашнюю страницу, и так, коробка с припасами, давайте бесплатно откроем одну коробочку, посмотрим, что у нас там есть, так. Зверюга Брут. Окей, молодцы. Идем назад. Коробка с припасами больше. Так, тут 500 каких-то кристаллов нам нужно. Успехи, почта, учетная запись и друзья. Так, что еще у нас? Давайте, это у нас карта получается. Следующий город, что ли, или это дом какой-то, не пойму, что за хрень. Так, персонажи. Сколько у нас тут персонажей? Ох, ни хрена себе, ребята. Да, вот-вот, куда будут уходить деньги, вот что будет требовать донат. И, конечно же, оружие. Магазинчик. Покупай ящики, чтобы получить больше персонажей и предметов для улучшения бригады. Следите за скидками и распродажами. Окей, так. Постоянно проверяй наличие бесплатных ящиков. Они доступны в течение ограниченного времени. Так, ограниченного периода времени. Так, что мы тут видим? Дать взятку, убрать все внимание полиции. Коробка с припасами. Редкий. Коробка с аксессуарами. Потрясающая коробка с аксессуарами. Редкий. Коробка с транспортом. Потрясающая коробка с транспортом. Редкий. Коробка с оружием. Коробка с оружием. Коробка с персонажами. И коробка с персонажами. Окей. Что? И так, это у нас получается что? Алмазики, кредиты. У вас не хватает средств для покупки ящика. Пополни счет. Ну, давайте пополним магазин. Ну вот. Ребята, вы видите, куда будут уходить наши бабки. Вот. И нам насрать на это. Давайте посмотрим валюту. Кредиты. Есть у нас есть наличные, есть наркотики, есть краденые, есть кровь и... Так, обычные ключи, необычные ключи, редкие ключи, акты, двухзвездочные повышения, трехзвездочные повышения, четырех, пятизвездочные повышения. Окей, это у нас что? Кредиты. Сумма взятки слишком велика для вас. Хотите пополнить счет? Нет, спасибо. Давайте вернемся. О, у нас город, что ли, открылся, если не ошибаюсь. А, нет. Давайте вернемся на карту и поиграем еще разочек. Начнем. Давайте по очереди, окей. Выбор бригады. Окей. Это что у нас? Давайте назад. У нас, в принципе, уже все выбрано. И давайте продолжим. Так, что это вы тут делаете? Так, надеваем задницы и закатываем асфальт. Это уже было, нет, если не ошибаюсь. Эй, а я могу уйти с боя, нет? Да, этих терпил мы уже мочили, так что давайте быстренько сейчас мы пройдем и попробуем еще следующие уровни пройти, посмотрим, что там нового будет. Вот, и давай, мочи эту терпилу. На тебе по роже, отлично, давай подходи. Ну давай, сейчас посмотрим, кто тут кто. Бомс, все отлично, замочили, и сейчас еще три друга должно быть. Так, это все было, да. Так, сейчас давайте продолжим мочить скотин. Так, жердяй мочим, да? Окей, так, подножка, давай, не ной, блин, давай, мочим жердяй быстренько и играем мы сами дальше. Так, молот и наковальня, молодец, давай. Молодцы. Так, давай. Тудунс.
Таранс, отлично. И осталось замочить жердяя. И надеюсь, сейчас мы закончим. Все, отлично, замочили. Это уже мы проходили, поэтому нам это не интересно. Идем мы с вами сейчас дальше. Внимание, полиция, продолжим. Идите отсюда. Так, опыт. Продолжить. Что мы там получили? Так, добыча краденая, окей, и наличная, окей. Идем дальше. Первый мы с вами прошли же? Прошли. А теперь нам нужно пройти второй. Продолжаем. И подключение. Так, я тебя закопаю. Говорит, что-то ты неправильно все понимаешь, братан. Братан. Ну-ка. Это где-то? Где-то мы в сервисе встретились. Тут шиномонтажка, походу, делал. Там колеса на фоне мы увидим, да? Так, а давайте чувака вот этого в красной рубашке сейчас замочим, и будет нам кайф. Так, сейчас с зеленой рубашки, походу, у нас кто-то сдохнет точно уже. А нет, жизнь у нас еще нормально. Так, чувака мы замочили одного, и. Тун-турюн, тун-турюн, тун-тун. Ну ты живучая скотина. На, тебе все отлично. И давайте добьем последнего. И будет круто. Пойдем посмотрим, что же там. Так, что это такое? Так, подножка. Ну-ка, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ох, бодрячком стал сразу. Давай, подбегай и вмажь ему в кекс. Давай, подходи. Так, опс. Все, последний удар, и будет ли у нас тут сейчас подмога? Так, волна пройдена, окей. Так, пока что я слышу только слова, не подтвержденные ничем. А слова говоришь? Слова говоришь? Мои слова говорят свинцом. Ну-ка, давай-ка. Вторая волна у нас, это что такое? На кого Бог пошлет? Ох, ни хрена себе. Мощный удар у нас вышел сейчас. На порепе, отлично. И так. Так, мы его одного замочили, что ли? Эй, стояночка, вы чё, охренели? Так, у нас сейчас опять, давай, подходи. У-ху-ху-ху-ху, сейчас тебе порежу. Какой ты грозный и яростный. Так, плюс 3. Ну-ка, давай вот так вот. Опс, и продолжаем, отлично. Так, одного моего замочили уже. Продолжаем мочить. И давай, в шляпе. Сейчас тебя замочим, скотина. Так, походу сейчас... А нет, все нормально. Это что у нас? Так, запрещенный прием. Ну-ка, давай-ка. Опс, отлично. Он просто силой мысли его замочил, и все. Так, критический урон. Так, запрещенный прием. Ну-ка, опа, она ни хрена себе. Такой этот дистанционный ударчик, да? На кого Бог пошлет? Ну, все, на тебя, конечно. Ты там один-то, чушь. Данис, отлично. Все, замочили. Победа. Че там, полицейские есть у нас? Нет, полицейские. Внимание, полиция. А, нам насрать на полицию. Так, получаем мы сами. О, перешли. Так, четвертый уровень уже. Отлично. Растем, ребята, растем. А вот этот последний терпило, он у нас не прошел в рубашке, который... Так, что мы там нашли? Так, акты. Здесь ты можешь найти уникальную добычу. Уникальную добычу в этом районе можно найти только один раз. Окей, выбери уникальную добычу, чтобы узнать о ней побольше. Идем дальше. Кукла Вуду. Наличные и краденые. Окей, молодцы. Идем дальше. Так, вы раздобыли акт. Этот акт можно использовать... Акт или АКТ? АКТ или акт, хрен знает, как будет правильно. Этот акт можно использовать для создания прикрытия. Молодцы. Идем дальше, да? А, вот. Так, прикрытие помогает развивать и продвигать бригады. Так, боксерский клуб на Саут-стрит кажется подходящим местечком. Окей. Где-то? А, вот, подробнее. Используйте этот акт, чтобы открыть первый этаж. Хорошо, давайте покупаем. За один акт мы покупаем боксерский клуб. Теперь можете выбрать улучшение. Так, я потолковал с нужными людьми, чтобы вам сбили цену. Иначе бизнес у вас закончится, не успев начаться. Ну, молодец, окей.
Так, ваши бригады получают преимущество в бою благодаря улучшениям. Все просто. Все, давайте завершаем. Нахрен достали. Так, боксерский клуб. Клуб на Саут-Стрит. Повышает атаку и защищает защиту вашей бригады. Ну, все понятно. Ладно, хорошо. Что тут еще можем делать? А, тут у нас есть еще улучшение. Все понятно. Давайте пойдемте в карту, наверное. Да, где карта? Вот. Карта и... Что у нас тут? У нас новые открываются уже, да? Да, вот 1.3. В принципе, я думаю, все, ребята, все предельно ясно. Мой вердикт, игра говно. Ничего интересного. Пошаговая РПГшка, блин. Ну это же мафия, мать его, блин. Мафия 3. Не должно быть такого шлака. Должна быть нормальная игра для iOS, блин. А придумали какую-то хрень, короче. Ну что же, ребята, я думаю, на сегодня все. А, игра бесплатная, можете качать, играть сколько угодно, но мне кажется, это просто шлак. Вот. Ребята, вы были на канале GameMakers TV. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Не забудьте писать свои комментарии под видео и делать репосты. Меня зовут Марк, всем пока.